Второй день, конец второго дня недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями, с экспонентами. Дмитрий, расскажите, зачем вы присутствуете на форуме, почему он вам интересен и что вы здесь представляете? Добрый день. На форуме мы уже присутствуем третий год. На наш взгляд, форум развивается из года в год. Все больше и больше интересных тем, экспонентов, трендов по ритейлу, куда он движется, развивается. Конкретно наша компания представляет на данном форуме решение по автоматизации и штрих-кодированию. Мы представляем терминалы сбора данных, онлайн-кассы и решение по маркировке на базе 1С. Аудитория, которая здесь сегодня присутствовала, она для вас целевая? Это ваши будущие контрагенты или это условно не те, кто вам нужен? Здесь именно те, кто нам нужны. Здесь много IT-директоров от ритейла, много принимающих решения людей от ритейла, от логистики и так далее. А также мы постоянно общаемся с нашими партнерами, кто выставляется также на стендах экспоненты, и с ними налаживаем партнерские отношения. Уже тут как своя такая друзья, знакомые практически. Тусовка, я помогу. Да, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.